bien. Ni qualità, ni qualità. Что телевидение, как фея крестная, исполняет все мечты. Нелли Меричоу, певица, педагог и член жюри проекта, рекомендовала Ксению в одной из ведущих оперных школ Великобритании. Театр «Новая опера» предложил контракт, а маэстро Владимир Спиваков с оркестром «Виртуозы Москвы» гастроли по Поволжью. Сегодня, как и в день финального гала-концерта «Большой оперы 2016», прозвучит ария «Снегурочки» из одноименной оперы Николая Римского-Корсакова. Встречаем Ксения Нестеренко!